Всем привет! Сегодня я для вас снимаю влог, и Камри сейчас на свободном выпасе, поэтому я иду ее забирать, так как она гуляет уже около 5 часов. Я думаю, это достаточно, так к тому же уже стемнело. Сейчас буду пристегивать Чомбур, и мы пойдем в конюшню. Кстати, полил уже огромный ливень, поэтому я думаю, что нам нужно скорее бежать. Да, ну и куда ты меня повела? Я тогда хотела гулять. Камри, я ушла за щетками, не надо проказничать. Какие щетки? Я думаю, мы просто идем отдыхать. Ну, хозяйка, меня сейчас, походу, пойдет работать. Ну-ка, не трожь мне круг. Да ладно тебе, Камри, что ты дергаешься-то? Я пошла за седлом, поэтому стой тут смирно и не двигайся. Сейчас Дарья ослаблю подпругу, и ты пока что не двигайся. Так, молодец, все, мы проседлались, колокольчики на галочке, все вроде. Сейчас шагаем до другого корпуса КСК, а там уже не надо будет. Здравствуйте, Тамара Алексеевна. Здравствуй. Так, Лиза, давайте шагайте пока вдоль стенки, там уже посмотрим. Пока вы шагаете, рыхите, галопируете, я вам поставлю низенький барьер для разминки. После шага веди ее в рабочую рысь. Так, хорошо, уже два круга, переводи ее в другое направление. Меняй их по очереди. Да, отлично, теперь манежный клуб. Лиза, работай, шанки Лемона, у тебя еле бежит. Угу, сейчас сделаю. Так, молодцы. Слышала, Камри, мы молодцы с тобой. Попробуй теперь добавить вольты. А это браво. Лиза, куда она у тебя так несется? Успокой. Вот, хорошо, теперь таким же манежным клопом я тебе даю провод. Кстати, не забудь. Лиза, забыл про вольт? Ай, точно, сейчас. Ну вот так-то лучше. Молодец, Камри. Теперь попробуй с опленной рысью проехать. Слушай, прям хорошо получается. Молодец, посадка прекрасна. Теперь с такой же прекрасной посадкой на опленной рысье заходи на первый низкий барьер. Лиза, вводи ее скорее в работу, что-то она совсем у тебя прыгает плохо. Хотя у меня есть догадка, что ее напрягает лошадь сзади. Ну вот так бы сразу, она теперь далеко, и лошадь прыгает спокойно. Тамара Алексеевна, Камбри прыгает хорошо, просто я ее завожу сейчас криво.
and everything feels just like it's supposed to. We'll see that sign. Ты на самом деле несёт, видимо, ты лошади. Господи, кто в кого врезает? Each one brighter because this comes one. Кизы, ты сильно толкаешь Шенкиным, вот она у тебя и летит. Не бей ее так сильно по бокам. Ты же сама виновата. Ну вот сейчас она мне допрыгается, за все хорошее. Камри, хватит, из-за чего? Ай да умничка, Камри. Ну да, я такая. Да, вы заходи на этот барьер. Очень хорошо, хороший запас. Лиза, из-за того, что ты криво заехала, она задела барьер. Заезжай на связку. Так, ну очень хорошо, молодцы. Проходим теперь жертвы на манежном голубе. Молодец, Камри. Теперь пробуй на собранной рысе. Последний жертв плоховато, работай. Господи, какая страшная жертва. Мне наступить, а следующую вообще лучше объехать. Камри, ну что такое, уже 10 раз прошли, я все равно боишься. Так, давай в этот раз лучше заходи на жертву куда? Надо снова ее не задеть. Лиза, что-то реально она боится эти жертвы. Ну вот, молодец, большая Камри. Тамара Алексеевна, ну снова испугалась, что мне делать? Лиз, давай просто проходи, и все будет хорошо, не волнуйся. Чш, Камри, Камри, ну что такое? Проходи! Не дай Боже, я сейчас упаду. Лиза, неужели вы заехали, Ру? Сейчас допрыгай, еще шагаю. Почему Камри так плечется? Поднажми! Лиз, поднажми не значит перейти в рысь. Спасибо за тренировку, Тамара Алексеевна. Мне очень понравилось. До свидания. Ну, мы снова попали под дождь. Лиза, веди меня поскорее в теплую сторону.